Профессиональный институт эстетики в апреле 2020 года открыл свои двери для студентов факультета парикмахерского искусства. Сейчас мы с вами находимся в учебном салоне, который полностью оборудован для проведения занятий. Учебный салон полностью соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. Аудитория рассчитана на комфортные занятия в группе от 8 человек. Факультет парикмахерского искусства предлагает широкий выбор программ, но все они соответствуют федеральным государственным стандартам. Первый учебный модуль – это базовый технологический модуль «Введение в профессию». Здесь вы узнаете все, что необходимо знать парикмахеру. Об организации рабочего места, об инструментах парикмахера, о строении волос, правилах ухода за волосами, о том, как правильно разделять волосы на проборы, какие зоны есть на волосистой части головы. Кроме теоретических сведений, мы обязательно будем выполнять практические работы. Вы научитесь выполнять проборы, распределять волосы по зонам головы, правильно держать и использовать парикмахерский инструмент. Вы узнаете о правилах ухода за волосами и научитесь выполнять профессионально мытье головы и кондиционирование волос. Второй и третий технологические модули – это технологический модуль «Женская стрижка» и технологический модуль «Мужская стрижка». На этих занятиях вы узнаете 4 основные базовые формы в соответствии с международной европейской системой обучения и научитесь выполнять самые разнообразные стрижки как для женщин, так и для мужчин. Третий технологический модуль – это прически. Здесь вы узнаете все об элементах прически, о накручивании, об инструментах для прически и также научитесь выполнять различные виды плетения и классических прически. Четвертый технологический модуль – окрашивание волос. Здесь вы узнаете основы цветометрии, виды красителей, окрашивание волос химическими красителями, схему нанесения красителя на волосы. Узнаете об особенностях тонирования волос и познакомитесь с техниками окрашивания. Шестой технологический модуль – основы оформления прически. Здесь вы узнаете об элементах прически, о вариантах плетения волос, а также научитесь выполнять прически с элементами плетения и прически на основе элементов плетения. Седьмой технологический модуль – химическая завивка волос. Здесь вы узнаете все о перманенте, то есть о постоянной завивке. Научитесь накручивать волосы на коклюшке, узнаете технологию химической завивки и уход после завивки. Восьмой модуль – учебная практика, где вы будете иметь возможность отработать все полученные знания и навыки на моделях. В завершении обучения вы получаете выпускные документы, которые соответствуют требованиям Трудового кодекса. Полученные знания и легитимные документы откроют вам двери в лучшие парикмахерские салоны, салоны вашей мечты. Ждем вас на обучении!